Водители маршрутных такси плюют на правила дорожного движения. Сотрудники ГИБДД проверили маршрутчиков. И за несколько часов на нарушениях попались более полусотни водителей. Подробности в репортаже. Этот водитель такси оставил автомобиль на проезжей части и пошел в магазин. А когда вернулся, его уже ждали сотрудники ГИБДД. Впрочем, мужчина был в хорошем настроении и постоянно улыбался. Дорожных полицейских это удивило. Зашел в магазин, вышел. Позже выяснилось, для него это нарушение далеко не первое. 46 нарушений у вас правил дорожного движения. А говорите первый раз. А, это что ли? А этого водителя остановили за перевозку пассажиров с непристегнутыми ремнями на переднем сидении. Мужчина попытался оправдаться. Это угрожает безопасности. Не угрожает ничего. Когда у меня надо, я открываю, вот сядет пассажир. Переспорить полицейского маршрутчику не удалось. Ему, как и положено, выписали штраф. Было выявлено 57 нарушений водителями маршрутных транспортных средств. В основном это нарушение правил расположения стоянки на проезжей части, нарушение очередности проезда, превышение скоростного режима и управление транспортным средством не пристегнутым ремнем безопасности.